Мы сегодня в парке охотимся на белок. Смотрите, в парке ни хрена нельзя. И написано: не включайте музыку, слушайте звуки природы. И что мы слышим? Мы слышим музыку и ищем, где она. Да. Откуда? Оказывается. Колоночка. Слушайте звуки природы. Похоже на звуки природы. Ну хоть хотя бы такая музыка, но блин, это странно. Сами не говорят, слушать звуки природы. Включили музыку. Послушали. Бред. Зато здесь любят животных. Но зачем-то просят надевать намордник. И поводок одновременно. Но намордник непонятно нахрена, но по крайней мере это редкое место в Красноярске, где нет таблички с животными нельзя. Это же на городских парках с животными нельзя, пишут. С животными можно. Тропы. Вы здесь. Нам надо туда, в красивый лес. Мы идем в красивый лес. Ну, по мне он везде красивый. Подожди, а где еще пещеры есть? Я больше не вижу. Раз пещера, два пещеры. Вот тут что-то вообще далеко-далеко. Короче, идем смотреть пещеру. Что, две пещеры? Две пещеры. А что за мост? Не знаю. Переход через овраг. Чего? С собачками надо сюда приехать. Понравится. Ты. Красотища-то какая. Когда дождь ключей был. Погода идеальная. Не двигайся. Привет, чувак. Дай заснять хотя бы у него. Кто это? Идем в пещерный лог. Лог. Что такое лог? Логопед? Берлога. А там мишки? Ну, было бы прикольно. Было бы прикольно, ага. Было бы прикольно. Посмотрим. Милочка, ты познакомилась, все, пошла. Пойдем. Что это за дерево? Великан, чем это праздник будет скорее. Ух ты. Качелька, не хочешь покачаться? Хочу. Давай морковку уберем. Давай, давай. Давай, еще попытка. Во, давай.
если что, она полетит вон туда. Ну давай, ну ручки-то у тебя сильные. Ты поправилась? Все время недовольна. Качелька тут есть, она недовольна. Можешь не по кругу меня качать? Ну я тебя и как хочу. А так... нормальными сидушками и страховкой? Ну мы же в Сибири, да? Какая страховка? Ты про что? Тут такого слова не знаю. И ты рюкзак этот дала. Ты села нормально? Да, кажется. По кругу, зараза, летает. Все, сильно не раскачивай. Блять. А, помогите. Останови. Останови. Я сейчас ебанусь. А, помогите. Слезьте как-нибудь, хочется. Давай. Че, все, толкать тебе? Ну надо не толкать. Да нормально, ты ножки скрести, а то вылетит. Я боюсь, что туда вылечу. Да не вылетишь ты. Давай, давай, садись. А ты на подачу пойди. Что ты останавливаешься? Давай! Что-то затрещало. Ветка трещит. Страшно. Там реально страшно, дай телефон. Там ветка трещит, ты аккуратнее. Ты телефон уронишь туда. Все видели. И еще раз. Ёбарс-то! Замечен еще один прикол. Тут написано, что у нас? Беречь лес. Не разводить костры, написано. Да, не рубить. Не разводить костры. И тут специально место для костров. То есть прям... Мангал, вот эти вот табуреты специально сделаны, дрова специально лежат для костра, места для костра, тут типа харчевня какая-то. Прямо намекает развести костер. Но такое чувство, что это все специально манит. Положили. Они захватывают решетку. Будет. Решетка. Вот как раз сломал. Это прикол какой-то, да? Типа... Нельзя включать музыку, но если мы включили норм, нельзя разводить костер. Но если мы вот прям под табличкой положили, то можно. Прикольно. Пойдем в пещеру, пойдем. Не то? Так, так, ходить, скажи, все. Ну, посмотри, стоп. Что ты не обулась так? Как? Скользко. В кроссовках. Ну, это скользко. Так тут вон тоже спуск. Ну, пошли. Первое, чтобы я не как-то падал. Да. Ты идешь? Угу. Вот тут спуск. Мы нашли пещеру. Это туалет. А это что?
они держат камни? Не знаю. Подержи, я залезу. На рюкзак. Ты в туалет? Ну, я как... Ты мне рюкзак отдала, чтобы ты залезла. Как я туда залез? Пролазь, давай. Слезь. Положи рюкзак. Никто не сокрыл. А ты сокрыл. Удивительно. Здесь чисто. Никто не сикал. Прикольно. Аля залезла. Ты так залезла наверх, хватит тебе. Камера. Вспышки нет. Куда ты полезла? Вот куда? Что тебе мало и так? Смотри, как это дырка. Обычная дырка. Вот. Хоть сейчас об этом подумала. Ага. Давай покажи, как падать надо. Правильно. Не ты, а меня. Это что, письмена? Слава Богу. Ты уже снял 10 раз. Письменно. Кровью написано. Зачем ты так делаешь? Кровью написано. А туда у меня там еще какой-то проход. Где? В щельку вот эту. Ну ты, господи, какой проход-то там? Камешек. Здесь прохладненько, хорошо. Ладно, идем дальше. Ну давай мне по лицу, ну. Реченька-речушка. Какой кадр, муха мне. Еще мышку где-то там нашли. Носик. Где? О, там, видите, шевеление идет. Там мышка полевка. А я вообще хотел снять вот так. Я
это нравится. Так вот, тут прикольно. Отсюда и ручей. И отсюда ручей. Тут они сталкиваются, дерутся. Потом подружились и туда вместе. Да? Нашли добычу. Черная белка. И сюда. И ты. И сюда. Ты присядь. Че такие глупые белки? В Москве, наоборот, люди видят, сразу прибегают. Тут им еду подавай, не хотят. Да это бесполезно. Что, сейчас будем ловить белку, что ли? Дай вон. Отсюда не видно. Жрет. Взяла морковку? Ты. На. Иди сюда. Я поросатый, ты что такой дурачок? Иди сюда. Что, за ним бегать надо, что ли? Ты здесь? На. На. Иди сюда. Иди сюда. Сядь. Ну давай, морковка ждет. На, 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 давай. Скотина. Мы им даем еду на зимовку. Они не хотят. Почему в Москве белки любят морковку, а в Сибири нет? И почему в Сибири они больше, а в Москве они меньше? Почему в Сибири они дебилы какие-то, а в Москве нормальные? Почему? Почему? Дискриминация. Дискриминация кого? Чего? Вообще не ручные. Вообще не ручные. Ну куда пошли? Ну куда-нибудь по тропе. Сейчас куда-нибудь придем, тропа же есть. Тропа есть, сейчас придем. Куда-нибудь. Ты качельку нашла в виде дерева. А я белку нашел. Мы пришли из-за белок или из-за качелек? Вот я потерял из-за тебя. Белка, ты где? Ответь. Блин, она же здесь была. Ну что с ней выходит? Это не птичка. Белка не птички. Ну, скорее всего, дятла выбили. Смотри, тут же прям прогрызено. А вот тут выдолблено. Клюви как. Ну, дятлы так постарались. Где-то здесь бурундук. Где-то здесь бурундук. Я его слышу. Бурундук, вылезай. А здесь тогда кто? Где? Где? Не вижу. Вот, видишь, палочку. А, все. Зафигурился.
Красота, не успеваю за тобой. Сюда. И здесь бурундук какой-то под дорожкой. Называется куницу. Ты все хочешь соврать. Ой, сколько ступенек. Или туда. Или туда. Ну сюда ничего нет. Значит, сюда. Понедельник, а народу-то нормально так, загорает. Хочешь позагорать? Столбы. Ну-ка. Ну почти. Что лежим? Стой, стой, ну-ка встань. Что это такое? Это листик, я уже испугалась. Галя устала. Загорать, пока есть возможность. Да? Так жарко. Солнце греет и ветерочек прохладненький. Как на море. Как на море. Ага. Так и пейзажи какие. Я туда хочу. Она хорошо устроилась, мадама. Короче, сибирские белки не едят морковку. Москвы только так грызли. Я видела, там девушка шла, у нее был мешок семечек и каких-то орехов. Мешок семечек и каких-то орехов? Да. Что? У меня одни такие идиоты, да? Обнаглели белки. Белка, лови. Ты фиг на морковку вообще. Возьми. Они вообще не обращают внимания. Первая, о, она смотри. Взяла, первая белка, которая взяла морковку. Давай, давай, покажи, как тебе надо. Тебе понравится. Наконец. Хоть кто-то. Как ты будешь есть? Да никто у тебя не отберет, господи. Какие жадины. И жевать принялась. Хоть кто-то ест нашу морковочку. Нарезанный тост. Довольна? Да.
Она идет за еще одной. Что, что ли? За добавку? Ну, заныкала реально где-то. Нормально прячь и пыль. Значит, не понравилось. Ну что, что-то другое ищет. Тут много шишек. Блин, шустрые большие. Что там? Что? Там что-то, кажется, интересное нашла. Кроме белки. Пойдем с нами. Угу. Пошли, покажешь нам. Свой домик покажи. Мы нашли твой домик. Это домик белки? Или это местный туалет? Ну что, как там? Уютно? Не знаю, тут туалетов нету. В чем минус? Что? Не похож на орех, на бразильский орех. Ему надо бразильский орех. И не укиши. Фу. Вы разбалованные. Фу. Чуваки. Че ваш дом? Вы будете морковку? Вы будете морковку, ага. Что, тоже не едите морковку? Ну это странно, Галя, голую морковку едят. Не будут они морковку, что только кусок. Вот нашли бы зайца, он бы съел бы морковку. Может, оставишь для кроликов? Ты завтра пойдешь на столбы. Ну там еще мешок. А что он будет морковь? Пошли.